столице продолжают проводить субботники. Минчане могут принять участие в наведении порядка на улицах, скверах и во дворах города. На данной территории производится субботник. Активное выгребание зеленых зон от листвы, уборка придомовых территорий, уборка мусора из зеленых зон. Также производится мойка подъездов. Сейчас вот люди моют подъезды силами дворников. Иногда выходят жильцы, помогают как-то нашим рабочим, чтобы они быстрее справлялись, качественно делали свою работу. То есть вот люди, которые готовы выйти, помочь в свой выходной? Да, находятся иногда люди такие. Силами РКУ есть субботники для всего руководящего состава, где, то есть, скажем, люди, которые управляют всеми, тоже, как и все обычные люди, становятся за грабли и гребут, выгребают зеленую зону. Есть планы субботников, согласно этим планам производится уборка. Мы сегодня на субботнике работаем здесь, убираем листву всю здесь на районе. Это полностью наш район, который мы обслуживаем в течение всего этого времени, которое работаем.